Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. А где Алас Рамус? Здесь. Только не говори, что хочешь убить меня здесь. Заманчивое предложение, но нет. Да что ты все чирикаешь? Мы тут серьезные вещи обсуждаем, между прочим. Меч, уничтоживший войско владыки. Я отберу его во имя армии нового князя тьмы. Войны! Я сам ее прикончу! Так, становитесь в очередь. Не волнуйтесь, вроде как это не больно. Мало, это же... Оплата и премия! 50 тысяч! Они не превратятся в сухие листья, как только мы вернемся. Держи, теперь он твой. Спасибо. То есть, что? И тебя даже не волнует, что с ним я стану еще сильнее? Ты забыла, кто я, Эми. Когда я верну всю свою силу, никто не сможет мне помешать. И вот тогда я тебя порабощу. Мао, вы же хотели сказать, что наш мир захватите? Да что ты такое несешь, демон? Эмилия, еще не поздно. Найдем госпожу Аманы и попросим ее вышвырнуть его из этого мира. Княже, на нас люди смотрят. Держите себя в руках. Я сейчас испанского стыда сгорю. И по-настоящему тоже. Вы меня слышите? Меня еще никогда так не унижали.